Ребят, всем доброе утро, всех с Новым годом! Мы проснулись, я встала, наверное, в 11 или 10:30, Игорь вот сейчас второй час только-только встает, дрыхнет. У нас туман, очень теплая погода, на градуснике плюс 2 вообще. Вот, я всех сегодня утром поздравляю, вот, потому что вчера что-то как-то не хотелось на это время тратить, а вот сейчас у меня прям энергия. Я поздравила всех родных, друзей, всех, кого мне хотелось бы поздравить. Еще у меня теперь остались клиенты, но с ними не буду сильно спешить, сегодня в течение дня всех поздравлю. Так что и вам тоже всем поздравления, здоровья, любви, всего самого-самого классного в этом году. Так, мне голос сел. Я очень хочу кушать, у меня, кстати, першит горло, потому что мы вчера пили холодное шампанское, как-то прям прохладно на улице было. Вот, так что сейчас будем просыпаться, бужу Игорь, уже хочу есть. Так, ну что, у нас такой доедательный завтрак, наверное, как у всей страны сегодня. Мандаринки, рафаэлки, я их и не убирала, сок себе налила. Здесь мы доедаем то, что не доели. И вот я салатик буду, и у нас еще есть вот такие отбивные. Мы вчера что-то как-то вообще мало ели. Лучше сейчас утром поедим. Вот. Так что всем приятного. А, вилки, да, тут. Всем приятного, будем кушать, что-нибудь включим сейчас. Что-нибудь выберем. Мы покушали. Сидим, смотрим фильм, называется «Здравствуй, Дедушка Мороз», наш русский 21-го года. Он что такое, на фоне пойдет. Сейчас мы договорились созвониться, я поздравляла утром сестру Игоря, вот. И мы договорились созвониться, она сейчас живет в Германии, вот. Сейчас поболтаем с ним, узнаем, как они там с сынишкой там живут. Они с Украины, вынуждены были туда уехать. Вот, и мы сейчас позвоним, поболтаем, всегда с ней поддержим связь, вот, общаемся. По сути, это вот из прям близких кровных родственников у Игоря единственная вот сестра осталась. Родителей нет, бабушек, дедушек нет. Вот, так что сейчас позвоним, поболтаем с ней чуть-чуть. Я еще сегодня лотерейку купила, папа купил, я ему там помогала зарегистрироваться, я тоже купила на 15:30, поиграем. Вот, поиграем, посидим. Думали, может, сегодня куда-нибудь в кино выбраться. Игорь говорит, не очень хочет сегодня куда-то идти. Хочет так вот полежать, поваляться, покушать. Потому что он не очень любит кушать и куда-то ходить. Я нормально, а вот у него пищеварение так себе. Поэтому вот ему, если куда-то идти, то надо 3-4 часа не есть. Сейчас 2, я думаю, может, часов 6 пойти. Ну, наверное, тогда не пойдем сегодня, может, на днях. Будем тогда сегодня отдыхать. Я там как раз поукладываю фоточки, что-нибудь поделаю. Будем смотреть фильмы, зависать, короче, дома тогда будем сегодня на уюте. И помимо того, мы решили не дома отмечать, а, ну как отмечать, ну Новый год встретить. А пошли, у нас есть такая небольшая, ну, возвышенность, там небольшая гора, вот, и как бы открывается, ну... Ребят, всем привет! Смотрите, какое солнышко! У нас такое классное солнце! Мы проснулись, вот. Кстати, рано встали, на меня звонком разбудили, там, рекламным, можно так сказать, вот. В общем, у нас 10 не было, мы встали. Сейчас у нас 10 часов, я съела этот мой любимый сырок. Я хочу Игорю предложить сейчас пойти на прогулку. Мне как раз-таки пришел заказ в Валберес. Сегодня Валберес уже начал работать. Единственное, что меня очень парит, то, что подарок родителей должен прийти до 5 числа. Вроде как бы еще время есть еще. Получается 2, 3, 4, 5, 4 дня. Но с момента оформления заказ не движется с места, и там написано «ожидают», и все. И там ни отправка, ни в сортировочный центр не направили, ничего. У меня есть сомнение, что не придет в срок. А у нас как бы есть такой момент, что родители могут приехать на Рождество в гости. Ну, не факт, еще пока не думают, еще смотрят по своей загрузке, там, что у них, какие планы. Блин, а мне бы, конечно, так хотелось обменяться, как бы, эмоциями, подарок отдать родителям, блин. Обидно будет. Ну, с другой стороны, ладно, я потом передам, но просто так все хочется отдать сразу. Вот, и поэтому жду. Чуть-чуть как бы напрягает это. Ну ладно. Я вот сейчас хочу Игорю предложить. Сейчас он как раз-таки Игорюшка идет.
Мы сейчас поговорим. Что значит? Так, мы собрались, сейчас идем на прогулочку. Гулять хоть, да? Угу. Ну что, мы вышли на улицу. У нас тут, конечно, грязюка, но так тепло вообще. Мы в шоке. Вы посмотрите, какая теплая погода. Как вот вообще сухо. Я иду в тонких штанах, но относительно. И у нас тепло. Давай я тебя жду, не пойду туда. А хотя, пойдем там. Там, так. Выносим мусор и прогуляться. Да, грязь, конечно, сильная. Благодаря ветру чуть подсушивается, ветер есть. Так, ребят, мы зашли, короче, бенгальских огней, купили гигантских, такие обычные, и вот Игорь петарды взял. А то мы на Новый год не купили, забыли, а мне хочется. Ну, пришла на Валберес за заказом. Жду. Ой, наверное, тетушка Валберес на меня обидится за правду в глаза, но, вы знаете, раньше всегда были вот такие хорошие пакеты. Потом стали появляться фирменные Валберес, но тонкие. Теперь вообще какой-то белый пакет без рекламы. Мне принципиально важно. Почему? Потому что компания с таким доходом должна обеспечивать красивыми эстетическими пакетами, где я несу. И может не хочу, чтобы видели, что я там несу. Подарок у меня, может еще что-то личное. Что-то. Вот. И в общем, мне эта тенденция уже раздражать стала. И я сейчас спрашиваю, почему пакеты с каждым разом все хуже и хуже? Они даже по качеству все тоньше и тоньше. Она говорит, ну, вот так вот выделяются деньги. Я говорю, что вам компания не обеспечивает пакетами? Нет, покупаем с наших расходников. То есть им же выделяют какие-то деньги, они уже сами хитрят. Я говорю, ну хорошо, напишу за жалобу. Она, ой, что вы, не надо, это мы сами закупаем подешевле. То есть им выделяют деньги, они хитрят и закупают пакеты подешевле. Мне это, конечно, крайне не нравится, потому что уровень должен оказываться достаточно хороший. Компания с миллиардовым доходом. Вот. И, конечно, я напишу жалобу, потому что так не должно быть. Пусть выделяют больше денег, если им не хватает, разбираются на уровне с компанией. Потому что бизнес должен оказывать очень качественные услуги, я считаю так. Я тоже могу клиенту покупать самый дешевый и плохой домен, но я его за свой счет беру. Но я думаю о клиенте, а у нас не всегда так. И мама тоже говорит, пришла забирать полотенце, она заказала на подарок там. Полотенца большие и в пакет не помещаются. Ей неудобно везти из-за того, что пакеты маленькие дают, не выдают большой. А вот, например, в Озоне. Там вообще большие классные пакеты, крепкие. Если ты заказываешь там микроволновку, например, даже микроволновку выдержит. Короче, бардак. Надо оставлять жалобы, надо добиваться своего, потому что мне нравится, когда подход у бизнеса все-таки такого прибыльного, да, они сейчас вообще столько денег гребут. Молчать не надо, потому что вот эти хитрецы, они получают свою зарплату, они получают деньги на расходники, они должны обеспечивать компанию всем необходимым. Как вы думаете? Напишите. Я забрала заказ, все проверяю, потому что часто приходит, бывает что-то то скол, то битое. У меня тут все такое дорогостоящее, очень хорошие уходовые профессиональные средства, поэтому все проверяла так долго. Игорь уже домой пошел. Вот, он пошел сразу, а то пакеты у него тоже, у меня тоже пакеты. Вот. Ну, идем домой, сейчас дома разберу вам, покажу, что там. Напишите ваше мнение вот по поводу такого отношения. Вас это раздражает или вам все равно, или вам, не знаю, это не важно. Но мне важно все в обслуживании. Ребят, ну что, давайте покажу вам, что я заказала. Давай. Сейчас покажу вам распаковочку. Ну что, начнем. Заказала вот такие щетки нам с Игорем от Xiaomi, ну какой-то подбренд вот такой вот. Я не знаю, что вы хотите, артикулы? Это артикул? Наверное. Вот. Не знаю, но если мой склероз не подведет, и я могу оставить ссылки на все товары, давайте попробуем. Так, значит, щеточки. Во-первых, идет бокс. Я хотела очень такой боксик, чтобы в дорогу или куда-то с собой щетку брать. Тут 4 щетки получается. По как бы отзывам писали, что они мягкие, потому что у Игоря чувствительные десна.
и я хотела взять как бы нам мягкие. Получается, по сути, вот две мужские, две женские. Ну, не знаю, может, Игорю одну, у меня три, потому что я чаще чищу зубы, чаще меняю щетки. Вот, так что вот такие вот щеточки будем тестить, попробуем. Скажу, может быть, потом. Ну, как бы, как обычно, вы даже сами знаете, если мне что-то очень нравится, я хвалю. Если мне из боксов вот это средство прям очень зашло, оно кончится, если еще куплю. От сухости, раздражения, где-то прыщик, где-то что-то потертости какие-то. Ну, бывает, да, такой вот локоть там царапнули. У меня локти шелушатся из-за щитовидки. Ну, вот, короче, супер средство. Я вижу, они сейчас рекламируются. У них еще есть какая-то линейка продукции. Хочу прям изучить. Хорошее средство. Вот если что-то супер хорошее, я думаю, что вы сами об этом услышите. Даже мне не нужно будет делать какой-то супер обзор. Так, я заказала такой же. Коробка, конечно, такая мятая. Может, даже наша лучше, да? Можно заменить, кстати. Я заказала такой же аромат, как мы купили в Леруа маме с папой на Новый год. Вот, такой вот для дома. Он очень хороший. Ну, коробка, конечно, как из жопы. Но у меня есть наша, я переложу, наверное. Такой же аромат. Я вскрыла, все целое, все хорошее. Называется он Хьюги. 13-й это цитрус. Он реально пахнет как будто мохито или как будто мандаринку чистили. Ну, вот что-то есть такое. Как раз зимний, мне кажется, самое то. Это я родителям на подарок. Так, дальше. Я заказала себе впервые в жизни, ребят, спонжи. Я всегда наносила тональник этим кистями. Но как-то смотрю блогеров, кто косметику и вообще так косметику снимает, макияжи, говорят, что расход спонжами меньше тональника, чем на кисти остается. И его легче мыть. Блин, дайте я сейчас открою. Так, смотрите, вот такой бокс. Во-первых, я хотела с боксом, чтобы они не пылились, нигде не валялись. Такие красивые оттенки, в общем, приятный. Говорят, если намочить, он же увеличивается вроде. И даже, кстати, что приятно, в такой дешевый бюджетный товар положили вот такую новогоднюю открытку. Блин, классно. Вот. Ну, наверное, буду ссылки оставлять, я думаю, ребят. Наверное, это стоит вашего внимания, может, кому-то что-то нужно. Так, что тут у нас? Идем дальше. Я заказала себе свою любимую тушь. Я ей пользуюсь уже года два, наверное. Меня она устраивает. Она делает мне изгиб у меня, потому что ресницы как-то прямо. Вот, в общем, супер. Подводка. Дешевая, дешманская, но рисует офигенно. Даже Насте понравилось, и она тоже теперь себе такую заказывает. Эвелин, дешевая продукция, ну, бюджетная. Так, я купила вот такую ленту родителям упаковать их основной подарок. Сейчас открою. Вот такая вот лента, написана «С Новым годом», она зелененькая, мне очень понравилась, дешево стоит, копейки просто, вот, так что это вот я упакую родителям основной подарок. Когда он придет, я вам покажу, потому что он пока еще даже в ожидании, я немножко на нервах, если честно, придет он ли вообще. Так, я заказала себе массажную щетку, если честно, я ее очень давно хотела, я смотрела в Магните, так дорого там стоило. Сири. Вот это подешевле, качество неплохое, то есть дерево обработано, в руке хорошо лежит, щетина вроде сильно не вылазит, по крайней мере, вот когда ты так вертишь ее. И здесь вроде все крепко, ну, посмотрим в деле, но пока мне она очень нравится, большая, массажная, двойная такая ручка, прям такая мощная, с веревочкой. Вот, я хочу начать себе делать массажики, у меня есть скрабы, заняться как раз, такие фокус у меня на следующий год, это вот заняться немножко своим телом. И как раз-таки это то, что мне очень хотелось. Зельку все надо. Так, идем дальше. Я заказала себе оттеночный. Мне крышка здесь не понравилась, если честно. Как будто она неплотно закрывается. Смотрите. Хотя. Это грязный, нет? Это, в общем, оттеночный шампунь. Сейчас я проверю то, что надо. Бальзам. Да, для блонда, чтобы не желтел. Вот заказала эту фирму, но мой парикмахер мне советовал немножко другую, но ее не было в наличии. Но у этой были хорошие отзывы, и она тоже не дешевая, поэтому я взяла ее. Попробуем, надеюсь, мне понравится. Так, дальше. Заказала себе очень крутую профессиональную маску. Мой парикмахер ее рекомендовал, и когда я у нее была, она укладывала меня с помощью этой маски. Эффект был заметен. Она не дешевая, это уже идет профессиональная косметика.
Так классно пахнет, кстати. В общем, суть этой маски, она помогает расчесывать волосы. Она закупоривает, получается, да, ваши кончики, чтобы они не были такими пушистыми, вот как у меня пушистость убирает. Помогает расчесывание, это самое, наверное, для меня главное, потому что после того, как волосы обесцветили, он стал более таким, структура не гладкая, ну, как бы такая структура, и расчесывается плохо. Ну и плюс это уход, естественно, для блонда нужен уход. В общем, это рекомендация, я буду, конечно, пользоваться, тюбик закончится, у меня будет, наверное, какое-то мнение, но сейчас уже по структуре то, что это не нужно смывать, не нужно ждать, вы просто наносите на влажные волосы после того, как помыли голову, и расчесываете спокойно. Сирка. Так что есть там, кстати, линейка разных вкусов, там есть кокосовый, еще какой-то, но я взяла классическую, там есть еще какие-то мятные или ментоловый. Вот. Ну, вкусно пахнет. Представьте, как будет вкусно пахнуть ваши волосы. Классно. Ну, надеюсь, это будет действительно заметный результат. Так, и еще последнее, наверное, что я заказала. Тут, кстати, 10 предметов. Так. Сейчас коробку. Это такая тяжелая коробка, потому что здесь почти 2 литра. В общем, это уход профессиональный для волос, но не супер дорогой, не премиум, а средний бюджет. Вот, потому что объемы большие. Так, в общем, неудобно как. Сейчас, ребят, стойте. Так, ребята, я достала. Ну, это, конечно, бутыли. Так прям интересно, насколько мне хватит. Вот легко январь, все-таки начало года, и легко запомнить. Посмотрим. В общем, кератин. Классное средство для блонда, для ухода. Вот, это шампунька и бальзам. Я, говорю, сейчас его открыл, он прям в склянь наполнен. Ну, буду тестить. Мне кажется, сложно шампунь судить так, потому что надо, чтобы он подошел, чтобы у меня перхоти от него не было, потому что я лечу голову сейчас перхотью с помощью шампуня. Но будем пробовать. Бальзам, конечно, сейчас вообще очень нужен, а без него бальзам плюс маска, я думаю, я вообще легко буду расчесывать. Я, если честно, сегодня хочу помыть голову уже всеми этими средствами, как раз мне надо. И вот уже какое-то свое впечатление сделать. В принципе, все, наверное, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, 10 продуктов. Ну, вот, такой заказ для себя, для здоровья, для ухода. Вот, я уже вам и говорила, когда боксы заказывала, что у меня прям вот есть цель больше уделять себе времени в этом плане, больше ухаживать, потому что я обычно на этом минимум трачу времени, души, макияж и все. Вот, так что, ну, посмотрим, что из этого выйдет, что мне особенно понравится. Тоже оттеночный бальзам надо нанести, потому что уже немножко я вижу, что желтизна есть. Почитать сейчас, как им, что там. Вот, так что да, вот такой заказ. Я постараюсь действительно очень трепетно отнестись к ссылкам. Возможно, кому-то что-то будет актуально. Уход для волос или даже, может, те же спонжи прикольные, кстати, щетки. Вот, так что вот такой заказик. Пишите в комментариях, если что-то особенно понравилось, чтобы себе заказали или что-то закажете. Напишите потом, что себе заказали. Вдруг для вас будет это полезно. Ладно, я сейчас это все разберу. Ну вот, мы, наверное, будем кушать, потому что мы сегодня же не завтракали, мы встали и сразу пошли гулять. Вот, так что вот такие покупочки приятные. Так, ребят, ну что, мы обедать? Доедаем салатики, у меня котлетка вот такая моя любимая. А что ты? Мне хватит. Вот, любимый палпи, икринка, прям вот, наверное, идеальная моя. Вот, и мы выбрали посмотреть «Черную молнию», Игорь захотел фильм. После вкусного обеда, по закону Архимеда, полагается поспать. Мы покушали, пообедали, смотрим «Черную молнию», но я чувствую, что я усну, потому что мы уснули часа в 4, наверное, стало ее 10. Или я не помню, сколько она. Может, и позже уснули. Вот, короче, мы в 5. Хочется поспать прям, выспаться еще. Солнышко такое вообще, такое кривенькая погодка. Снега нет, зимой не пахнет, конечно. Так, ребят, ну что, мы поспали. Сейчас сидели. Я звонила маме. Папе звонила, болтали. Вот. В общем, как у них там дела, узнавали. Они еще там все в сборе. Таня со своей подругой Миленой уедут завтра. А Настя с Димкой еще там останутся. Вот. Отметили они нормально. Высыпаются, отдыхают. Ну, как у всех, все. Ой.
Вот сейчас с Леной общаемся, тоже узнаем, как у них там дела. Айкаю. Вот. Что еще так? Да ничего, я сижу за компьютером, проверяю по работе. Тут все равно надо быть на чуку. Вдруг кто-то сайт захочет. Наивное, конечно, но... Вот. И мы с Игорем хотим сейчас как-то примерно распланировать неделю, потому что что-то все уже надоело дома сидеть. Надо что-то придумать, что вообще будем делать. Ну, даже дома сидеть тоже можно что-то все равно делать. Вот, сейчас решаем. Ну, родители, правда, еще точно не знают, приедут ли на Рождество, чтобы поехать в Волжске. Все вместе пока еще они думают, смотрят по погоде там, как, что. Там что-то с электричками не очень, они сначала думали, может, на электричке приехать. А там с электричками что-то в честь праздников не ходят. Вот, так что мы сейчас тут сидим в делах, болтаем. Тепло так на улице, там морозы у нас впереди будут. Вот. Ребят, мы начали уборку. Кошмар, только дошли руки до календаря, 2 числа сменили. Новый этот, и вот этот календарик у нас тоже новый, классный. У нас время уже 9 час, и мы начали убираться. Я сегодня, кстати, купила по оценке уже прошлогодний этот журнал. С Климовой мне очень нравится, она как актриса. Почитаю потом. А сейчас у нас уборка. Видите, у нас какой-то бардак. Смотрите, что мы тут делаем с Ириковым. Тренировки Игорь делает. Немножко похудел. Жопка толстая. Жопка. Жопка. Ирка. Спортсмен. Так, я, короче, здесь, знаете, вот эти колбаски продаются, которые в пленочке. Я их немножко потушила на водичке без масла. Теперь порезала их. И далее хочу их потушить в белом соусе. Будет очень вкусно с пюрешкой. Уже помыла посудку, сейчас все приготовила. На ужин, на заготовку. Так, ребят, ну что, я нанесла оттеночный бальзам, подержала, смыла. Пока не видно, но высушу, посмотрим. Уберет желтизну и как вообще он. Я держала, я уже сготовила ужин. В общем, у нас пюрешка, колбаски в белом соусе на молоке, на сметанке. Такое вот полезное, без всяких масел, без всего. Вот здесь у нас фисташки, чипсики и вот такая тарелочка, как и на Новый год примерно была. Вот, будем ужинать. И выбрали фильм, мама про него рассказала, что смотрит. «Взрыв из прошлого» называется, прикольный фильмец. Так что всем приятного аппетита. Ребят, помните, мы эту гирлянду ж купили, Игорь ее повесил, но мне не очень понравилось, как он ее повесил. В общем, немножко накладывалось так, вот. А сейчас я ее по-другому распутала, и сверху там вот эти провода, видно, заделала мишурой. Мне кажется, прикольная такая зона для сна, такое изголовье, так скажем. Как вам? Напишите. Такая прикольная гирлянда, она состоит из двух сердец, вот таких больших и маленьких. Вот, и такая гирлянда закрывает. Видите, они здесь толстые провода, мне не нравится. Ну и рамку я хочу фотографии заменить. Мне кажется, получилось уютно. Сирка тут контролирует. Сейчас вам вот так вот покажу. Вот, смотрите, как прикольно. Мне кажется, клёвенько. Ребят, я тут зависаю, монтирую для вас влог новогодний. И я вспомнила, я просто что-то, если честно, запуталась уже во влогах. И не помню, говорила ли я вам в прошлом влоге или нет, что папа присылал на видео, как они отмечали. Вот. И так как я в 31 это не вставила, а первому мы влог практически не вели, значит, вот сегодня 2 число, и я вам вставлю. Покажу вам, как они отметили. Вот. Папа снимал там, смонтировал. Так что, если вам интересно, посмотрите. Вот. Такие у нас дела. А я, наконец-таки, смонтировала новогодний влог. Он такой простой, обычный, без каких-то там супер монтажей, но мне кажется, все равно атмосферу вы нашу поймаете, так как мы и отметили. Своими светлыми шагами весь мир он бодро обошел, и все вокруг преображая, он в эту ночь к нам пришел. Мы Новый год.
уже будем скоро ложиться спать. Так что спокойной ночи всем пожелаю. Всем пока-пока. Спокойной ночи.